Мама, папа, я – спортивная семья. Таким необычным образом решили отметить День матери в Алексеевской школе номер 7. Участники и болельщики соревнований – ученики младших классов и их родители. Как говорят участники, не случайно торжествам в актовом зале школы предпочли эстафету в спортивном. Наши мамы не только им нравится, когда песни слушают, танцевать, но они же хотят себя проявить, показать, что мы тоже умеем бегать, прыгать и так далее. Поэтому я считаю, что это очень хорошее мероприятие, которое показывает, что наши мамы умеют все. Семья Клишиных любит активный отдых. Говорят, участвовать решили сразу, как только узнали о соревнованиях. На семейном совете даже тактику прохождения эстафеты разработали. Все для того, чтобы этот день прошел весело для всей семьи. Я люблю активный отдых, активное времяпрепровождение. Это вообще замечательно, то, что так придумали, именно так отмечать этот праздник. Потому что и мать дает ребенку какие-то эмоции, когда вот соревнования эти происходят, когда вместе все сплоченно. И ребенок матери тоже дает эти эмоции. Такие соревнования в школе решили сделать традиционными. Ведь положительные эмоции, спортивный азарт, радость победы – лучший подарок не только для мам, но и для всех членов семьи.